Тут смена гранат Shift G или Ctrl G? Ctrl G. Shift G включается эйсовская, типа граната метания. А, точно. Да-да, там. C'est le chef. Il me fait flipper, mais je comprends rien. Город Нигер. Здесь. Je comprends rien. Егор. Да-да. Наши наблюдатели заметили в том лесу. Оп, смотри, смотри, двигается. Да-да-да-да. 170. Okay, guys, 170. There's enemy movement there. Okay, copy. They are moving. Yeah, that's nice. Yeah, I'm marking them for you. Okay, Killian, just continue to shoot for now. There, right there. Is it jamming? Again. .140 they say, .140. Thank you.
Do you still see anything on the east? I don't see enemies. Okay, okay. Hey, je t'entends, mais pas rien. J'en ai vu 140 qui se déplacer à l'est. Ah mais ils doivent être derrière la colline, ils vont passer mec hein. Ah c'est ça, mais pas de chance faire le move mec. La smoke là-bas, il y a du monde. Non, après, en фланге мы никого не видели. Я понял, хорошо. Ну вы оставайтесь, просто перебросить может. Ну вы из сарая можете долбить по ним, да? Мы уже работаем, да. Ага, ну хорошо, пока сидим. Ну что-то они даже не пытаются пока. Очень слабо, очень слабо. Кто-то обходил глубже поле свое. Я понял, они скорее всего попробуют выйти прямо с востока. То есть вы сюда не высовывайтесь, оставайтесь где-то в своей зоне. Если что, я задымлю, мы оттянемся. Они вот могут по глубине леса пройти и сразу вылезти. Вот со 130, со 110, например. Им хорошо было бы это ça va contourner hein. Par contre il me reste 5 chargeurs je crois à tout casser hein. Sur la droite je crois, il est parti sur la droite. Mais je pars.
Okay, I see them. It's 100 degrees east. Guys, they are flanking us. Yeah, they are 90 and 100 right there. So if you can move to left a little bit. Just move to there and try to meet them from there. Yes, 90, 100. If anything, I will mark them for you. Бля, куда патроны скинул? Не помнишь, нет? Да. Прямо на высоте. Да-да-да. Слушай, а куда патроны кинул, не помнишь? Помню, прям. Давай. Ой-ой-ой. Ладно, хер с ними, может. Жить-то больше хочется. Ладно, забей. Ладно, забей, пойдем назад. Я. If you feel that... Okay. Just take all your guys and fall back. Fall back towards the road. It's... Да, давай. 3-2-0. Блять. I'm alive. Давай. Уходим. Fall back, guys, fall back. Давай. Да я не могу ходить нормально. Давай. Тихо, стой. Давай. Guys, fall back towards the road. We'll meet you there. Чё говоришь? Чтоб ответку постреляли. Да они что-то испугались просто. Сейчас доведу. У тебя сильное кровотечение? Да вроде не очень. До дороги донеси меня, это на... Да, хорошо идешь. Commander hit. Fall back. Commander hit, fall back. Fall back. Давай где-нибудь здесь. Go on the house. Так, картоху не видишь, нет? Вот ляу, а гош, мяк. Нет. Я понял. I help my commander, stand by, please. Yeah, we cover you, okay? Okay. Черт, мы в этом сраном сарае, я понял. Ну давай. Подлечимся и уйдем. Окей, Киллиан. Can you see my map? Can you Марфин, come here? Да. I'm here. Okay, yes. Behind the boxes. Okay. Yeah, so we are here right now, I think. Okay. So can you take your guys and fall back to Hill 52? To I-52, so north direction, okay, copy that. That's northwest, and just hold there. I will meet you there at some point. Okay, copy. Yeah. Northwest, it's okay. Okay, we fall back. Hey, tous on the next one, on part. Давай. Non. Ты жгут сними только потом. Ага. Белый экран есть, да? Есть еще пока, да. Они как-то, видишь, испугались, друзья наши французские. Но я думал, сейчас пулемет застреляет, а ко мне пулеметчик подбегает и говорит, типа, все, мы уходим. Так, все, вроде чувствую себя хорошо.
Могу физраствор залить. Да нет, нет, все нормально пока. Я бы сказал, что не стоит. Ай, беги, блин! Ложись! Сейчас очухаешься, сейчас очухаешься. Очухался? Бинтуй да, себя, я нормально. Нажал, не на ту кнопку. Ничего, ничего, ничего. Тут главное при гранате лечь вовремя. Это что было, F-ка или РГ? РГ-42. А, ну хоть не F-ка, блин. У тебя сильно опять? Не, не, нормально, нормально, нормально. Сейчас уже почти все. А у тебя сильно? Ну так. Давай, бинтуй себя, прикрою пока. Но нам уходить надо скорее. Я понял. Все, чувствую себя хорошо, держу углы, пока бинтуйся, потом скажешь. Я хотел H нажать проверить, снялся ли жгут, а случайно клавиши попал на это. Че-че. Блять, что там за баталии у них? А, лол, я сам себе вязать не могу. Да вроде можешь. Нет, хирургическую. Все, пойдем. Давай, давай. Со мной уходим. Давай в лес тут. На запад. Это момент истории не будет. Блять, почему там гранаты рвутся-то так, а? Очень мне не нравится, что там происходит. Я еще что переживаю, чтобы картоха не... Ой, вон картоха. Давай в камни. Давай в камни, я тебя еще раз проверю. Давай, давай. Себе не помогу. Тебя это... Да, вроде это надо хирургическим набором. Ну давай. Окей, guys, are you here? Мартин не требует? That's fine. Let's go together. There's something happening. Не, не, все нормально. Something happening on the... on that hill. Let's go. Give me a second, I'm a little bit injured. Почти, почти. By the way, they... Большая кровопотеря. Да пох... пойдем пока, они зону взяли. Пойдем открытым, да. Окей, guys, let's go north. Enemy captured the zone, so careful, enemy is close on our right side. There was some grenade explosions in front of us, so possibly there's enemy there as well. Так, где они там? На какую кнопку ты свистишь? На Т, у меня свисток есть. У тебя тоже есть? Да. А, санитар, да, может. Может, случайно выдалось. Не, я подобрал. Окей, okay, let's rest for a second. Скажи им, что отдохнем. Just let's rest for a second. I открыл think. Mm-hmm, okay. Enemy might be in front of us on 20. Or on the right side of us. So be prepared. We are. The город готов? Mm-hmm. Okay, we will move out in 15 seconds.
Okay, let's go 40 degrees. Careful. Yep, east. Okay, let's move to the left a little bit. Okay, enemy forces are on east, about 100 degrees. There's not a lot we can do at the moment because they know where we are. There is a body here. Where? Oh shit. Okay, there's a machine gun. Okay. Gor, бери пулемет. No, we will take it, that's fine. Take as much ammunition as you can. Блин, I can take machine. Gor, может отдай ему, ладно, пулемет, хуй с ним. А ты возьми винтовку. Just check. Guys, look around you, because... I take you... Yeah, give him your rifle and he'll give you a machine gun. Take one backpack. His ammo. Okay, there's a German body. Okay. Okay, are you ready, guys? We need to move. Yep. Quick. So move north. Let's move along this ditch. East. So, that's the second zone in front of us, that blue warehouse. Let me check if there's any movement. Oh, there's a... shit. Okay, machine gunners, there's enemy infantry, 100. Two people in the field. Can you engage? Riflemen as well. Distance is about 200 to 300 meters. Engage when you're ready, guys. You said 100? Yes, 90 to 100. They are crouching. Yeah, yeah, yeah. Oh, they are in the ditch as well. I think they are hiding. Okay, guys, never mind then. Let's try to move 320 northwest to the next forest. We need to be very fast now. They see us. Okay. Just get into the cover. Okay, let's go. Is everyone here? No, we have lost one guy. No. Okay. Okay, guys, let's continue. Fast. Yeah, let's move towards the zone first. Okay, let's go. Okay, guys, go towards that blue warehouse over there. There will be some ammunition there.
If you are tired, then just lie down and we'll meet you at the blue warehouse. Кто-то остался прикрывать, что ли? Да нет, они устают просто. Сейчас я сверну правее до коровника. Нет, нас мало стало. Да нас осталось там четверо, один в поле лежит еще. Немцы 130 в лесу. Блять. Попали? Не-не-не, нормально. Близко, но не попали. Но близко, близко. Они 140 прям в лесу под нами. Да, понял, аккуратней, простреливают хорошо так. Okay, there's some ammunition here in the boxes. Я устал. Я очень устал. Окей, это щит. Давай. Позиция говно, конечно. Но до сарая мы не дойдем. У нас погиб. Где? Блять, вид. Задымите его. Ну он все помог. Его уже выплатил. Ну я кину дым. Граната! Где-то граната! Нет. Ай! Думаю. Я понял. Кто-то в коровнике трёт. Блять, немцы в коровнике! Немцы в ёбаном коровнике, прям здесь. Может отойти? Да, надо собирать своих, отходить. Гранаты есть? Я понял. Гранейт! Чё, съёбываем? Давай своих подберем и уходим. Ай! Ты, блядь, извини. Ты можешь... Не важно. Бери ППШ. Съёбываем. Блядь, свисток где-то проебал. Окей, давай сюда, сюда, сюда. Да немного. Так, блядь. Да, можно... Давай, 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 сюда, за мной. О, наш пулемет еще есть. Давай его заберем. Надо забрать. Эй, wait, follow us, follow us, follow us. Килет! Let's go! Let's go, guys! That's too fucking much. Let's go on that hill. Oh no, in the ditch. That's... Fucking hell. Oh shit. Okay, okay, let's try to move to that hill. Right there. Хорошо, ничего. Just fast. Let's go. Oh, that's nice. Follow the ditch now. Follow me now. Oh shit, I'm tired. Okay, what do we have? We have some munition. Just for rifle. Let me check.
I have some for a machine gun. How much do you need? I can give you. There's rifle ammunition. And do you need any machine gun ammo? Oh, you still have some. That's fine. Okay, you don't need any rifle. I mean ammo. Okay. Okay, guys, follow me. Yes, yes. Maybe. We need to go to that forest now somehow. Let's rest. Let's rest for a few minutes, for a few 20 seconds, and then try to cross. No, there's still some friendlies there. I can hear the rifles, but maybe just one, two. I don't know. Nothing we can do now. Okay, so. Okay, in 10 seconds we will run there very fast as we can. So 10 seconds. Okay, prepare. Ready? Let's go. Let's go, let's go. Okay, so that red house right there, that's our last zone. There's some ammunition there. Так, где еще двое? Они уставали, может быть, за это. А вон они. Okay, guys, so our last zone is there. You can see that red roof over there. Yeah. So, God. Sorry? He's lagging. You need to go. He's lagging. No. Okay, I see. Can you take his machine gun then? Yeah, I can. Just hide somewhere. Okay, never mind. Take his machine gun and we're gonna fall back now. Okay, he disappeared. Mm-hmm. Так. Okay, let's go. We have two machine guns, that's very good. Yeah, that's better than the rifle. So we can still do a lot of damage to the enemy. By the way, they captured our second zone. Okay. So they are on the way here. Where's the medic? Wait a second. Oh, he's there. Нам далеко еще до зоны? Да нет, близко же.
Окей. Окей, guys, 20 degrees. Shit. Они нас видят, да, потому что у них позиция на высоте где-нибудь. Окей, here, fast. Oh, he's alive. Дымовые есть? Так не надо, не, мы в дыре, нормально. Так, я рядом. Ты по... Поднимаю. Okay, guys, don't try to follow me, but be very careful. I'm trying to find the enemy machine gun position so that I could. Я его подлечил, но чисто только что должен дойти. Я понял, тогда за мной. Не-не, follow me, guys. To the left side. Here. Не-не, наша зона справа. Он потерялся сзади, пулеметчик потерялся. Давай, встреть его. Он устал, скорее всего. Ты его видишь вообще? Нет, он где-то сзади в лесу остался. Ну блин, сходи до него, посмотри, ну недалеко куда-нибудь. Я пока пулемет разложу, если что. Блять, заклинило. Ложись. Сколько тут дистанция-то? Патроны. Я понял. Пойдем. Oh, he's here. Come on. Он здесь. Патроны у красного дома, вон красная крыша. Are you tired? Okay. That's fine. Повтори. Да, давай. We are very close now. So, yeah.
we need to go to that red roof okay. building. Let's go, gonna wait here till I'm good. Okay, okay, yeah. Yep, that's fine. Where you want me to shoot? There's enemy position. Shit. From here it's 190. Right there. You can see the tracers are coming from there. But the infantry is flanking us. I'm not sure where from. Yeah. Let's go. Need more ammo. Ну что, нашел патрон? Давай. Ну смотри, а кто-то из них уже флангует где-то рядом. Как ты так последний-то остался? Да я не знаю, блин, ну кто-то может где-то остался, но я не stand знаю. Stand by, stand by, I help you. Хирург. Yeah, just help him and I will... Я посмотрю по сторонам, короче, пока. I will check the approach. Сейчас я ему это, зашью все, потом тебе физраствор валю и все, защищаемся. А тот, если тебя ранит, ты уже не встанешь. Я понял, да. Я второй этаж пока займу, может оттуда видно хоть что-то. Okay. It's not the greatest position. And we're kind of fucked now. Yes, I know. So, давай. Can you look... Да, давай. Can you look at my map? So, right now we are here. In the house. Yep. I think they are moving right here. They are following us. So I think we need to put one machine gun somewhere here. So that's... On top there. Somewhere there, I think. Yeah, okay. So if you want, take ammunition and go there. Yeah, okay, ready. Yeah, and just, yep, basically look west and southwest. Yeah. Okay. Let's go. You go, and yeah, I'm going, yeah. Yeah, and okay. Maybe I will join you, maybe not, we'll see. Yeah. But go now. Yep, good luck. Так, сейчас посветлее должно. И последнее. Так. Давай, давай. Да у меня вроде нормально. Ну тебя посветлеть сейчас должно, сейчас кровь переливаю. Ну по чуть-чуть, да. Так, мы с тобой что будем делать? Нам здесь сидеть тоже как бы половина. Не то чтобы круто. Для ну, дай хоть угол их много осталось, я так полагаю. Их, блядь, по-моему, очень много осталось. Что-то как-то у нас вроде вторая группа хотя бы, я думаю, выживет. Так, в теории я уже могу с этим бегать, мне хватает. Я еще не долил. Все. Хорошо. Короче,
Патронов у тебя есть, да? Так, по патронам у меня 3 на 35. Хорошо, давай за мной тогда. Ну, короче, хватит минут на 5 делать. Сейчас, здесь есть где-то позиция, которую мы можем занять. Нам их как-нибудь врасплох надо оставить. У нас, блядь, нету... Я понимаю, да, согласен. Смотри, короче, на юг сейчас не светись особо. В принципе, правый фланг он сколько-то держит. А ты ему что сказал делать? Ну, он будет вот там стоять и встречать их из леса, если они пойдут. Они, скорее всего, пойдут. Так, с позиции стоя они ушли уже со своей. Это мне не нравится. 35 поставлю на дальний бой, а когда в упор будет подходить, это даже 60-ки потрачу. Да-да-да, давай, 60-ки клинят порой, но это не страшно, все клинят, блядь. Короче, они где-то по флангам у нас. Где, не знаю. Это еще гана мага нет, блядь. Так, судя по всему, здесь они уже прошли очень близко. Потому что левее я их не вижу никого вообще. То есть я так аккуратно предполагаю, что они, возможно, уже где-то здесь. А слева хуй его знает где. Давай в канал. Знаешь, у меня прям сейчас чувство вот этой вот безысходности. Да, я понимаю. В котором ничего не понял. Сейчас просто кончат, и все. Надо хотя бы хоть по одному. Надо хоть, да, хоть чуть-чуть забрать их. Хоть забрать кого-нибудь. Блять, хоть бы, понимаешь, хоть бы видеть кого-то, а? Самое же страшное, что ты знаешь, что их много, но, блять, никого не видишь. Это какая-то... да. Ну, если не видим, скоро услышим, значит. Это-то да. Мне кажется, они слева по лесу. Группа какая-нибудь. Какая-то группа слева по лесу, какая-то справа, да. В целом, ну... вообще во вход. На такой дистанции мы очень много чего можем сделать, но, конечно, не из-за приема. Нам надо ближнюю, среднюю дистанцию, метров 100 прям. На этой дистанции да. Бой вести. Если в доме сядем, они в итоге не подойдут, гранатами закидают. Да-да-да, дома они еще и стены пробивать будут. А, нам надо что-то... Ну, если у них бронебойки есть, то точно. Потому что на средней дистанции у нас патронов не хватит вести длительный бой. Не знаю, у меня безысходность, я не знаю, что делать. Ты можешь, конечно, попробовать закрепиться где-то в этом леске на высоте. Да с нет, давай. ППШ. Ну давай, ждем тогда еще. Так. Мало, может, я тебя еще спасти успею. Может. Они вот здесь прям высунутся, скорее всего, понимаешь? Вот в упор, блядь. Бинокль. Мы можем здесь их и ждать. Так мы вот их здесь и ждем, в принципе. Деваться им некуда. Кучкой подойдут, прям в эту кучку накидаем патронов. Вопрос только куда... Ой, это я случайно. Зона, она... Да вот этот дом, считай. Не, ну потом где-то в районе дома будем тереться, но... Это потом. Короче, я надеюсь, что у нас француз все-таки даст нам хоть какой-то знак. Если ты хочешь, ты можешь, в принципе, пройти вот в этом же леске, просто посмотреть на 310 где-то, вот в ту сторону. То есть не выходя из этого вот пролеска. Просто чтобы быть уверенными, что сзади никто не подошел. Ну давай, вот это основная позиция. Я да. Я пойду гляну. Давай. Буквально минуту. Я пулемет разложу, давай.
тишина и покой. Если они на 300 идут, то они обходят очень глубоко по лесу, и мне кажется, они в конечном итоге с северо-запада выйдут. Я понял. Да возможно, они просто объединились. Ну да, смотри, короче, примерно 180, вот правую часть этого леска. А я левую смотрю. То есть справа от камня где-то давай, будет? Давай, я вот сюда уйду к камню. Давай. Егор, бегут, Егор! Где? 190 по полю, раз. 200, 3 человека, 3 человека, 200. Блять. От меня смотри ровно. Прям ко мне можешь подойти, я тебе покажу. Вон бегут. Твою мать, их человек 6. Вон. Я понял. Правее смещаюсь за камень за какой-нибудь. Мне позицию надо выставить, пулемет. Значит, они... Так, отсюда мне можешь показать, где еще раз? Ты уверен, что есть смысл стрелять? Не-не, откуда идут-то? Еще раз покажи просто мне, чтобы понять. А почему он не показывает? 190, так. Смотри, 190. Сейчас смотрю. Видишь? Их нет. А ты видишь? Вон их? Они влево в кусты забегают. Сейчас тоже не видно. Сейчас мне видно. Сколько там? Человек 6, говоришь? Ну, сначала 3 бежало, за ним еще 2. Я так предполагаю, те, кто сзади 2 бежали, это командир. Я думаю, их еще человек 15, но кто-то на правом фланге может идти. Хорошо, ладно. Предлагаешь там же встретить, где мы и сидели, да? Ну, я думаю, да. Угу. Ну, я, в принципе, главное согласен. Законтролить, их точно. Так, ты можешь выглядеть? Примерно, тогда смотри, откуда они идут, куда они идут. Ладно. Если что, я тебя слышу. Егор, слышишь меня? Да. Азимут 180, они входят в этот лес. В наш, да, вот этот? Нет, входят в лес, который на юге, через поле. На дистанции около 400 метров и двигаются по направлению на восток. То есть подходить, скорее всего, к нам будут. Но еще пока далеко, да? Ну да. Ну, по краю леса бегут, да. Так, сейчас я патронов принесу себе быстро. Успею.
Так, я тут. Егор, Егор. Слушай. Они уже входят, короче, левее прошли. Ну, их там человек 6-7. Вот в наш лесок, да, уже идут? Отсюда где-то на 160 уже... Ну, короче, вот. На дальних видимостях. Я понял. Я думаю, они подойдут, короче, вот к этому лесочку, отсюда начнут активно все осматривать. Я понял. Вот как-нибудь сесть бы и, типа, момент, когда они побегут, застрелить всех. То есть не вылезать пока? Я не знаю, ну, по-хорошему, да, то есть они подойдут, будут осматривать зону. А потом резко на и пойдут, ну, им дадут команду штурма. Да, я понял. В момент высунуться и... Хорошо, спрятался пока. Но, блядь, тут понимаешь, в чем проблема? Когда я не вижу их, то есть, я не вот, вижу их. Бегут по полю, прям бегут. И подойди ко мне. Я вижу, вижу их, вижу, 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 вижу. Перебегают в левую сторону. Раз, два, три, четыре. Пять. Я понял. Блять, француза бы сюда, можешь за ним сбегать? Я не знаю, где он сидит. Блять. Ты успел бы. Он, короче, сидит, блять, в леске, его отсюда видно, на 350. Вот там. Ладно. Хуй с ним, пусть сидит. Мы в два пулемета, короче. 6, 7, 8. 9. Я вижу, слышь, нет, сбегай за французом, попробуй, а. Я не знаю, где он. Да я тебе говорю, вот за домом он сидит, блять, до 350. Вот там, быстро беги. Там лесок будет, лесок, метров 200 от дома. 350. По QE. Это не по нам нормально все. Ребят, это не по нам, не по нам. Они просто не знают, где мы. Давай аккуратней. Стреляют не по нам. В какой момент атаковать будем? Когда они выйдут вот на пушку эту. Они сейчас просто простреливают на шар. Mate, where are you? Okay. So if you want, it seems that they are coming from
southeast. Yeah. Through that forest. If you want, you can take second floor of this building here. See? Yeah. Okay, so just stay there and then maybe try to hide, and then when I start to shoot, then you. What? I don't think I'm gonna make it. Well, you can try. They don't see us. They just shooting. Yeah, they just shooting. Nice. Okay. Yep. Хуй знает, я его в дом посажу. С запада работает одна группа и. Короче, я не знаю, говори, что делать. Оп, блять.